Зачем он мяч? Московская область. Пожалуйста, пожалуйста.
Засосало.
Что, 2-2 же, да? Thank you.
Thank you.
А что же вы говорите, вы участники Лиги Чемпионов по футболу, стартует третий тур, дивизион Д, и на первой площадке сыграется матч команды Сибирь-Тык и команда БКС. На второй площадке пройдет матч между командами Росатом и командой Экспобанк, это у нас представители дивизиона А. На третьей площадке сыграется матч команда ПКК и команда Воин-Телефон. И на четвертой площадке сразится команда «Транснефть» и команда «Курьер-сервис Экспресс». Также, уважаемые участники, капитаны, представители команд, представители «Шахтёра» и «Организаторов» для заполнения заявки на матч. Представители Лиги Питания команд «Курьер-сервис Экспресс», команда «Транснефть», команда «ФГК», команда «Мойтелеком» и команда «Экспобанк» подходить к шатру организаторов для заполнения заявки на матч.